Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вас познакомить с закуской из баклажан Макдус. Макдус – квашеные фаршированные мини-баклажанчики. Вкуснее закуски я еще не видела и не пробовала. Итак, приступим. Здесь у меня 2 килограмма баклажан. Мы их помыли. И теперь отрезаем только хвостик. Плодоножку оставляем. Я вам покажу на примере 2 килограмм. У меня их, конечно, гораздо больше. Но я буду делать по частям. Теперь наши баклажанчики нужно отварить. Выкладываем их в кипящую воду. В воду ничего не нужно добавлять. Ни соль, ничего. Можно накрыть тарелкой, чтобы баклажаны все были под водой и не всплывали. 15 минут более чем достаточно. Вынимаем в сито, чтобы стекла лишняя вода, и даем полностью остыть. А теперь смотрите, как удобно и легко счищается руками плодоножка. Теперь делаем надрез кармашек и посыпаем солью. Крупные баклажаны я даю 2 щепотки соли, а в маленькие 1. И выкладываем в сито, чтобы надрез был сбоку. Соль мы используем только крупную. Вот так плотно утрамбовываем баклажаны, можно в несколько слоев. Сверху будем ставить тарелку. Под низ тоже надо что-то подставить, когда будет стекать лишняя вода. Сверху ставим тарелку и на нее какой-нибудь груз. 3-4 килограмма. У меня бутылка с водой. Я оставляю в таком виде на сутки. На следующий день наши баклажанчики я выкладываю на поднос с салфетками или бумажными полотенцами, чтобы они еще у меня подсушились, не было никакой лишней влаги. Я перестраховываюсь. А тем временем готовим начинку. На 2 килограмма я беру 2 красных перца сладких, 120 грамм орехов грецких, 6-7 зубчиков чеснока, 3-4 острых перца зеленых. Можно использовать красный перец чили, тогда 2 стручка достаточно будет. Мне нравится сочетание красного и зеленого. Орехи можно измельчить ножом, не сильно мелко. Если вы используете сразу большое количество, то лучше переложить орехи в пакет и пройтись по ним скалкой. Теперь очистим красный перец и режем мелкими кубиками. Также и зеленый перец нарезаем на кубики. Если боитесь, что будут пекти руки, лучше работайте в перчатках. Теперь чеснок используем или чеснокодавилку, или ступку. Добавим чуть-чуть, 1 столовую ложку оливкового масла, перемешаем, все, начинка готова. Заметьте, что начинку я не солю, потому что баклажаны у нас так солененькие. Поэтому этого будет достаточно. Теперь фаршируем где-то 1 чайная или 1,5 чайной ложки начинки. И выкладываем баклажанчики в баночку, чистую сухую банку. Теперь надо наши банки с баклажанами поставить на решетку в перевернутом виде. Под решетку что-то подложить, тарелку под нос, чтобы также, если есть лишняя вода, она стекла. Я утрамбовываю баклажаны очень плотно, поэтому у меня они даже не вываливаются. Если будут вываливаться, можно использовать деревянные шпажки. Закрепить баклажаны, чтобы не падали. Оставим их где-то на пару часов, пусть течет лишняя вода. Вытру края баночки от начинки, чтобы она была чистенькая. Теперь заливаем оливковым маслом. На 2 килограмма идет где-то 550-600 миллилитров масла. Заливаем постепенно, потому что надо подождать, пока масло распределится между баклажанами. Обязательно заливаем так, чтобы баклажаны были полностью под маслом.
Теперь закрываем крышкой и убираем в теплое место где-то на 5 дней. Итак, друзья, прошло всего лишь 3 дня, но я уже хочу попробовать свои магдусики. Смотрите, какой красивенький, яркий, маленький баклажанчик. Это просто вкуснейшая закуска. Очень-очень вкусно. Едят магдус с хлебом, с питой. Приборы не используют. Попробуйте, вам очень понравится. Всем пока, до новых встреч!